27 мая – День химика. Одесский припортовый завод – крупнейшее и одно из двух градообразующих предприятий Южного. А значит, День химика – праздник, который южнинцы чтят, ну, точно не меньше Нового года. Весь месяц май мы посвящаем празднику Дня химика. Это наш спонсор – Одесский припортовый завод. Это люди, которые вкладывают много денег, много средств и энергии, то, чтобы наши дети занимались спортом. И, конечно, мы очень благодарны за то, что это есть, и то, что у нас каждый год идет развитие вперед. Заядлые спортсмены, известные этим на всю страну местные жители, и праздники отмечают по-спортивному. А спорт – визитная карточка Южного не только на национальной, но уже и на европейской аренах. Спартакиада ОПЗ включает в себя 10 видов спорта. Как раз к Дню химика в некоторых видах финальная часть. На водно-грибной базе сотни болельщиков и участников. Это финальная часть 20-й спартакиады ОПЗ по гребле. Удачи стартов и профессиональным днем химика! 25 лет назад был обычный склон, где росла трава. А сейчас это достаточно благоустроенная территория, водно-грибная база, где есть эллинги, есть раздевалки, зал спортивный, то есть оборудованный катерами для тренировок. Все, что нужно для работы на сегодня, можно сказать честно, что это одна из лучших баз сегодня в Украине. В клубе работает по гребле 5 заслуженных тренеров Украины. Это достаточно серьезный показатель. Южный центр развития байдарки и каноэ. Но с недавних пор здесь культивируют и драгонбол. Бот – 20-местную лодку с головой дракона, на которой можно как добиваться сверхрезультатов, так и просто улучшать микроклимат в коллективе совместным покорением водных просторов. За гонкой гребцов внимательно следит борец, корифей вольной борьбы Украины Иван Кушнир, ведь ФСК «Химик» и борьба в чести. Рецепт простой, просто руководство предприятия понимает, что только здоровые люди могут нормально работать. И нормальные трудовые показатели показывать. Вот. И все вкладывает в развитие. Готовит и молодых, и для детей, и для... потому что потом приходят работники работать на завод, а он здоровый, развитый человек. На дистанции команды сотрудников цехов и отделов ОПЗ. Один из фаворитов – вохровцы, которым досталась победа среди команд первой лиги общезаводского зачета. Лидером в высшем дивизионе стал цех перегрузки аммиака ЦПА. И наступает момент истины. На дистанцию в борьбе за главный трофей турнира Кубок ОПЗ выходит по две команды из каждой лиги. Я болею за хорошую гребля. Честно, сейчас удивлен, что цех Кипасу не выиграл и даже не был в призах, потому что они очень хорошо гребли в полуфинале, хорошее время показали. А сегодня почему-то нет. Они красиво гребли. Я думал, что они будут где-то первые, вторые, потому что там еще есть цех охраны. И наступает момент истины. На дистанцию в борьбе за главный трофей турнира Кубок ОПЗ выходит по две команды из каждой лиги. Это вышеназванные ЦПА и ВОХР, а также объединенная команда автотранспортного цеха и работников парников и коллектив цеха производства карбамида. Ох, как не хотели вохровцы сдавать позиции. Они признанные фавориты, амбициозные гребцы и действующие обладатели кубка. Но, увы, на 41-сотую секунды их обогнала команда цеха перегрузки аммиака. Новый обладатель кубка ОПЗ. Мы пытались нажать, но уже просто у ребят сил не было на волевых качествах. Дожимали, ну и успешно, потому как это такой вид. То есть самое главное здесь слаженная работа всей команды. Желание, труд, тренировки. Воля к победе, вот составляющие победы. В этом году впервые в истории проводятся гонки среди представительниц прекрасной половины. Золото соревнований досталось команде цеха озеленения и обслуживания территорий. Но их соперницы, коллектив ФСК «Олимп», полны амбиций и надежд. Они тренируются всего 2 недели, но в будущем планируют стать одной из самых сильных и стабильных команд города. Тренировок было не очень много. По той причине, что вот эта вот безумная идея, точнее, она, наверное, самая умная, которая пришла в голову, пришла вот накануне, в начале мая. И поэтому времени уже как бы для тренировок оставалось не так много. Но все девочки очень старались. И буквально
6-7 мы, у нас была первая тренировка, мы все вот с нуля, все девочки, мы, в принципе, никто до этого не греб, поэтому вот как-то так все. Я считаю, что ну, достаточно нормальный был результат. Победителей, призеров и участников соревнований поздравили директор ФСК «Химик» Сергей Чернышов и заместитель директора ОПЗ Нусрет Аблямитов. С водно-грибной базы «Химика» мы отправились на корты у прекрасного комплекса «Олимп», где к этому моменту шла церемония награждения участников Кубка ОПЗ по большому теннису. Поздравляю с Днем «Химика» и могу одно вам пожелать, чтобы ваш вид спорта у нас в Южном все-таки становился массовым. Организатор соревнований Андрей Жданов рассказывает, что этот благородный вид спорта развивается в Южном массово достаточно давно, порядка 10 лет. Мы в Южном начали развивать теннис достаточно давно, лет 2002 года. Начали привлекать людей к соревнованию, учим их игре, проводим тренировки, ездим на турнирные встречи. Были уже и в Ильичевске, в Одессе неоднократно. Все получают участники большое удовольствие. Играют команды и заводские, и портовские, и города Южного команда, и команда «Трансбункер» участвовала у нас. В этом году на Кубок ОПЗ собрались не только заводские команды, но и земляки из спорта, и городская команда. Лучшим теннисным коллективом Кубка ОПЗ стала, правильно, команда ОПЗ-1. За ней расположился коллектив МТП «Южный», а на третьем месте ОПЗ-2. Гуляния в Южном продолжаются. День «Химика» нужно отметить громко и достойно. А мы хотим переместиться на несколько дней назад, на уже хорошо знакомую водно-грибную базу «Химик». К празднику готовились загодя. А потому соревнования, которые состоялись на неделе, среди гребцов 96-го, 7-го, а также 98-го, 9-го годов рождения и младше, тоже были посвящены работникам ОПЗ и большой химической промышленности. Кроме того, они являлись отборочными для чемпионата Украины среди подростков и юношей, который пройдет с 13 по 16 июня в Ковеле Волынской области. Мы отбираем лучших детей, мы формируем командные лодки, командные составы. И они проходят подготовку у нас. И, наверное, поэтому мы успешно выступаем на чемпионатах Украины, потому что как-то мы стараемся отобрать сильных и готовимся спокойно к соревнованиям. Сегодня в Южном не только местные гребцы. Определяются лучшие спортсмены области в своем возрасте и дисциплинах. Здесь и белгороднестровцы, и одесситы, и представители большой школы с традициями из Вилково. Мы тесно сотрудничаем со школами Одесской области. Это, конечно, Вилковская спортивная школа, это Белгороднестровская школа, это Одесская школа гребли. Конечно, у нас условия сегодня, наверное, самые лучшие, я имею в виду в Одесской области. И мы являемся базовой командой Одесской области по различным видам спорта. Не только юноши, но и команда молодежи, команда взрослых. И уже около 10 лет, даже более чем 10 лет, команда Одесской области в рейтинге в Украине занимает первое место. Представители ФСК «Химик» наиболее сосредоточены на дистанции, ведь они выступают дома, ответственность двойная. На финише целая плеяда южнинцев. Спринтерская дистанция была сложнее для меня. Я стайер вообще, ну, тренирую 1000. А 200 было мне сложнее гоняться. Хотя она короче, но она сложнее. Там больше нужно силы вложить. Тренеру я благодарен очень, он меня вывел на этот успех. Я ему очень сильно благодарен. Однако и гости стараются. Юный вилковчане Дмитрий Кривопусков поздравил химиков своим успехом на дистанциях. Первое место на 1000 метрах и второе на 200. Я вообще люблю короткие дистанции, но так как на 1000 я был первый, мне она показалась легче, чем 200. Ну, в этот раз я полагался только на себя и на свои силы. Вилково тоже хорошо, но тут дистанции побольше. У нас в Вилкове 200, чуть-чуть покороче, чем здесь. Мы ждем хороших результатов из Ковеля, где, надеемся, блеснут представители Черноморского региона. А пока хотим вам рассказать о еще одном громком событии, которое состоялось в Южном. 12-13 мая прошел уже традиционный турнир по гребле на байдарках и каноэ, а также на лодках-драконах. Кубок Черного моря, в котором приняли участие спортсмены из Украины, России, Молдовы, Беларуси. Довольно большое представительство, и мы
рады, что люди откликаются на такие соревнования, участвуют в этих соревнованиях. И вчерашний день показал, что многие люди занимаются этим спортом, несмотря на то, что как бы и возраст, все, тем не менее, находят время. И, наверное, надо проводить такие соревнования. Наряду с молодыми гребцами на дистанцию вышли прославленные мастера прошлого, сохраняющие отличную форму. Один из ярких примеров – россияне. В этом году команда России представляет собой сборную множества регионов необъятной страны – Ростовской области, Астрахани, Москвы, Комсомольска на Амуре и других. Флаг Российской Федерации не раз развивался на пьедестале Кубка Черного моря. Непосредственно хотелось сказать об организации этих соревнований, которые проходят на высочайшем уровне, очень зрелищно, очень красиво. Спасибо всем организаторам. Очень удивили и очень порадовали нас эти мероприятия. Весь второй день соревнований был посвящен гонкам на лодках-драконах. Драгонботы пришли из Китая. В Азии они традиционно популярны, и тамошние спортсмены по-прежнему фавориты мировых стартов. Но уже порядка 10 лет лодка, украшенная головой дракона с 20 гребцами на борту по 10 слева и справа, популярна и на славянских просторах. Сине-желтая команда ФСК «Химик» показала наилучшие результаты на дистанциях «Премьер Оупен» 200 метров и «Премьер Оупен» 1000 метров. Мы со старта, там очень немножечко было такая вот сильный ветер, и россияне старались просто со старта, с разгона немного вылазили. Со старта немножко проиграли, но то, что как у нас, повторю, спортсмены все еще действующие, мы по дистанции наверстали, это упущено, так как мы в гребле, это главное финиш, за старт медали не дают. Хорошие результаты и лидерство на определенных дистанциях показали DBC Киев, Днепропетровская «Динамо» и команда России. Отметим также одесские команды «Линкор» и «Корсар», где не только мужчины, но и девушки боролись со сложными погодными условиями воскресенья, сильным ветром и течением. Однако вернемся к началу соревнований. В первый день при хорошей тихой погоде прошла большая часть Кубка Черного моря в различных дисциплинах и для разных возрастных категорий. Настоящих героев очень много. Например, спортсмены в возрасте 60+. Игорь Буров первый, Михаил Китайко второй, Николай Самойлов третий. Также браво мы кричим их младшим коллегам и аплодируем героическим женщинам, о возрасте которых традиционно не говорят. Но Наталья Дублич, Наталья Бартенева, Алла Степнова и Инна Нино в разных возрастных категориях от 30 до 59 лет показали класс ветеранского спорта. Моя судьба с городом Южным, я участвую уже третий раз на Кубке Черного моря. И третий раз чемпион Кубка Черного моря. Соревнования в Южном продолжаются. И так будет всегда. Спорт и дружба – главное достояние города. Горожане благодарят Одесский припортовый завод и председателя правления Валерия Горбатко за многолетние традиции и общие интересы. С праздником вас, химики! Безкрає море хвиль, вітер і солоні бризки в обличчя. Ти ходив коли-небудь під вітрилами? Трансбункер Sailing Team та Чорноморський яхт-клуб запрошують тебе до школи вітрильного спорту. Хлопці та дівчата, чекаємо на вас щоденно з 10 до 12. Пляж Отрада, Чорноморський яхт-клуб, школа вітрильного спорту. Телефон 793-55. Навчись керувати вітрилами власних мрій.